Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать вам кормушку, которая вставляет пчеловодческие пакеты, которые рассылают по Германии. Попросили показать, как она сделана и почему с нее не выбегает сироп. Обыкновенная доза, как вот в магазине упаковывают. Вот такая вот, помещается пол-литра, я померил. Защелкивается крышка плотно на нее, наливается, видать, сироп. Вот. Защелкивается, это тут закрыто, это я уже выломал, чтобы открыть. А сироп выходит в нижней части. Вот тут внизу, посередине вот, видно, такой кружочек 5 мм. Он немножко углубление у него. Но, видать, изготавливают на заводе. И в этом углублении по кругу как-то щелочка, совсем тоненькая, ее на глаз даже не видать. И вот пчелы с этой щелочки, видать, носиком своим, хоботком как-то и достают этот сироп. Если воду налить, например, в эту баночку, то вода бежит. Вот тут я в одну налил. Сейчас я покажу вам. Вот. Если перевернуть, то видно, что вот вода капает. Видите? Но сироп, он густой, поэтому он так сильно не может капать. Ну и пчелы его там брали. Когда она пришла ко мне, было израсходовано всего на палец сиропа. Остальное еще было внутри тут весь. Вот так вот, ничего сложного. Вот единственное, что на заводе вот это как-то штамповывает вот эту вещь, что тут в эту щелочку выходит этот сироп. Ну, на этом все.